Тут настоящий калейдоскоп у нас здесь. И прыжки в длину, и прыжки в высоту. И сейчас, в общем, стадионом безраздельно завладели пока женщины, ибо начались состязания толкательниц ядра и рекордсменка мира, победительница зимнего чемпионата мира, москвичка Наталья Лисовская, входит в круг. Ну вот, для начала великолепный результат. Вот все вложила в первую попытку. Она, те, кто слышали нашу беседу недавно по радиопрограмме «Маяк», она как раз и говорила о том, что можно победить с результатом и 21 метр. А я еще у нее спрашиваю, ну а 23 метра это как? Она говорит, 23 метра это, конечно, фантастика. Фантастика. Ну, а все-таки не забудем, что мировой рекорд, принадлежащий ей, сейчас побит на ваших...